Вклад заслуженного тренера Республики Казахстан Шохана Назарбекова в казахстанский спорт неоценим. Многие его последователи стали призерами республиканских игр и спартакиад. Именно он взрастил не одно поколение выдающихся спортсменов. Серебряный призер Олимпиады в Сидне Исам Байрамуков, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Ашурек Танатаров – одни из тех, кого тренировал Шохан Назарбеков. В честь памяти талантливому тренеру и наставнику спортсмены организовали сегодняшнее мероприятие. Такие турниры будут проводиться ежегодно в память Шохана. Огромную благодарность выражают тем, кто вкладывает свои усилия для создания таких мероприятий, тем, кто не дает забыть его имя. Спортивные состязания продлятся 2 дня. Участники соревнуются в 8 весовых категориях и с удовольствием делятся результатами со СМИ. 4-кратный чемпион по вольной борьбе Ажурек Танатаров говорит, что успеха в спорте добился благодаря своему наставнику. Во главе фундамента этого вида спорта стоит наш Шохан Ага. Он сделал чемпионом не только меня, но и очень многих других борцов. Он уже в 20-летнем возрасте стал заслуженным тренером Казахстана. Проведение подобных соревнований – очередной шаг в развитии спорта в Таразе. Победители будут награждены кубками и медалями, а также денежными призами. Куляш Умурзакова, Мерей Байет, Адильбек Самаликов, 77 News.